В Екатеринбурге продолжаются проверки школьных и студенческих столовых. В этот раз сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры нагрянули в Уральский радиотехнический колледж. Специалистами Роспотребнадзора оценивается соотношение фактического рациона питания, примерного меню, санитарно-техническое содержание пищеблока и обеденного зала. По словам сотрудников столовой, ежедневно у них обедают порядка 600 человек. Меню составляют на 2 недели вперед. Помимо ассортимента блюд, специалисты Роспотребнадзора проверили условия хранения и сроки годности продуктов, состояние оборудования на пищеблоке, а также соблюдение правил личной гигиены сотрудниками столовой и учащимися колледжа. Без нарушений не обошлось. Нарушение порядка хранения и отбора суточных норм, то есть суточные нормы хранились только за сегодняшнее число. Также выявлены нарушения по проведению текущего ремонта, имеются дефекты стен в виде трещин, имеются дефекты на посуде.